Вы получили такие синенькие листочки, и на них написаны конкретные ситуации. Ситуации с консультацией различных вот, семейных проблем. И вот сейчас хотелось бы, чтобы вы рассмотрели эти ситуации именно с точки зрения созависимости. Потому что зависимость там будет сразу видно, в чем проблема. А вот как себя ведет созависимый человек и как мы можем ему помочь. Давайте мы сейчас вот эти вот рассмотрим сразу моменты, так сказать, практично. Давайте прям попробуем. То есть вы сейчас читаете эту ситуацию, потом один из вас начинает проигрывать себя в роли консультанта, а другой становится на позицию человека... Созависимого. Как, созависимого. Вот к вам и пришел вот, человек вот с этой проблемой. То есть один из вас становится на позицию помощника, который пытается как-то вот помочь, а другой конкретно стоит на своем... Вот, на позиции созависимого человека. На позиции пособничества. Хорошо? Попробуем прямо сейчас вот это проиграть. Ну, давайте вот начнем как раз с Ани и с Ириной. Сначала нужно прочитать, да? Да, сначала прочитайте. Мой муж – преуспевающий предприниматель. У нас семья из 6 детей. Живем в большом доме. Муж очень требователен и агрессивен. Приходит домой, все должно быть вылизано, приготовлено, мы разодеты к ужину, стол сервирован а-ля Европа. 2 недели назад он избил старшую дочь. Она посмела его назвать пьяницей. Вера у нас... Вчера у нас всех была... истерика. Годовалый сынок начертил ручкой на белом диване полоску. Сейчас мы все второй день в ужасе, что папа заметит эту полоску. Она ничем не оттирается, только хуже сделали. Мне он постоянно говорит, что я тупая, толстая, неумеха, неспособная, что все его, а я и дети на его шее. Это меня он, что меня он может в любую минуту выгнать. Я схожу с ума, сил нет все это терпеть. Вот конкретная ситуация. Итак, пожалуйста, кто из вас будет вот такой? Консультантом. Женой, а кто консультантом? Консультант. Пожалуйста. Вы нам назовете свою роль или потом? Нет, ну давайте, просто вы... Ты не можешь сказать, ты не знаешь. Нет, ну вы же прочитали. Понятно. Ну, вот я вижу вашу ситуацию, у вас есть конкретные проблемы. Скажите, а кто в этой ситуации страдает в вашей семье? Страдают все, кроме мужа. Мы все страдаем. То есть вы все страдаете, а муж ваш, он... Он тиран. Он тиран. Да. Но, насколько я поняла из вашего описания, у него есть определенная проблема какая-то конкретная. Или я не права? Может, и есть проблема. Ну, как бы мы от этого страдаем. Какой бы проблема ни была, у нас это все... Ну, я думаю, что сначала нужно выяснить его проблему, чтобы понять, от чего конкретно вы страдаете. Ну, проблема. Как я помню, ваша дочь назвала его... Он пьяница, да? Я пропустила это. Да, он зависимый человек. Он зависимый человек, да. И почему ваша дочь назвала, и он устроил... и он избил ее. За что он ее избил? Но он не считает себя таковым. То есть он не считает себя зависимым? Да. А вы считаете его? Ну, считаем, но никто не может это... признать, как бы. Никто не может назвать его пьяницей. А почему вы не хотите конкретно сказать ему, что у него есть проблемы какие-то, зависимости? Ну, мы все боимся, как бы, все... его реакции, он очень агрессивный, требовательный. А вы не подумали, если вы соберетесь всей семьей и с общими усилиями поможете ему понять, что у него есть проблемы? Ну, лучше говорить, что мы все на его шее выгонят, и куда мы... Ну, а вы так не думаете, что рано или поздно может так и случиться? Что вы будете тогда делать, если он выгонит вас? Ну, пока мы не назовем все своими именами, вряд ли это случится, потому что он от нас тоже зависит. Но он же зависимый человек, его реакция непредсказуема. Он может в один день прекрасно взять и выгнать вас. Что вы будете делать? Нет, мы как-то будем выходить из этой ситуации, но все. Ну, вот видите, значит, не все так страшно. Значит, вы можете выйти из этой ситуации, если он вас все-таки выгонит. Если все-таки вы скажете ему о его проблеме. Стоп, 2 минуты, замечательно. Так, вообще потрясающе, девочки вошли в эту ситуацию, да? И вот удивительно, действительно, что четко поняли, что такое реакция созависимого. Вообще Инна четко сыграла такую вот созависимую несчастную женщину, да? Ну, смотрите, и хорошо Аня выводит, ну, и хорошо она вывела, да? Сразу вывела на критическую себя, но потом выгнала. Дальше что? Что будете делать? Вот я вам скажу, в конкретной ситуации, знаете, вот для вот этой женщины, вот, Аня, вы прям практически консультируете так, как мы консультируем. Как чуть ли, вы остались с мужем дома вообще. Как будто вы слышали нашу консультацию. Замечательно. Опыта, да.
Но знаете как, ну, прошло не меньше где-то около часа, пока женщина, знаете, ее вдруг прояснило. Она говорит: слушайте, а почему он говорит, что мне ничего не принадлежит? Я же как жена по закону имею право на 50%. Опа-на! Плюс еще дети. Плюс еще дети. И если будет развод, то он обязан платить деньги на их воспитание. Ну, он же нас убьет. Мы говорим: да, как вы думаете, вот ему выгодно вас убивать? Нет. Так значит, он нас не убьет. И вы знаете, и когда женщина начала, она начала понимать, что ее загнали в иллюзорные страхи. Понимаете, и вот с этого понимания пошло. То есть наша задача не то, что она сразу начнет вести себя как-то, знаете, свободно. Оно не произойдет. Помните, должно еще стадии плача пройти. Но, по крайней мере, да, вот на такой подобной консультации женщина принимает решение. Я больше не пешка в его руках. Ну, вообще, вот интересно, Аня, скажи, тяжело было вот выводить такого созависимого человека на решение? Вот говоришь ему, говоришь, бесполезно. Да, стена, как будто стена. Как будто стена. А это мы проигрываем. А вообще, представляете, что в жизни происходит? Ну, да. Эта стена непробиваемая. Но вот как важно, понимаете, вот выньте. Ну, вот случилось это. Дальше что? Дальше что? Дальше что? И человек все равно приходит к какому-то решению, что не все так страшно. Вот классно сказал, не все так страшно. Знаете, иногда вот эта фраза бывает просто, ну вот ключевой вообще, вот в разговоре с людьми. Спасибо. Так, ну, Людмила только подошла, давайте вот Андрей и Дмитрий, ваша ситуация. Мы снимаем однокомнатную квартиру с минимумом удобств. У нас трое детей, дошкольников. Мои родители продали свой дом в деревне, дали нам деньги, чтобы мы купили двушку. Муж разослал эти деньги в качестве рождественского подарка миссионерам, их 10. Я в шоке. На меня смотрят как на недуховную, он сам, люди в церкви. Меня упрекают, что я не библейская жена, потому что после этого случая все деньги от моей доли в бизнесе с подругой стала перечислять на свой счет. Не на его, как было раньше, а на свой. Я ему не верю больше, знаю, что это что-то не то, но не могу верить. Вот тоже это конкретная ситуация, конкретная консультация. Давайте проиграем эту ситуацию. Кто из вас будет в позиции вот этой женщины? А кто в консультантом? Не знаю, получится. Попробуйте. Две минуты. У вас, да. Ну давай, кто будет кто? Ну давай, я буду женщиной. Давай. Я думаю, я вижу тебе сложно. А ты будешь консультантом. Нужно войти в шкуру человека, который к вам приходит. Иначе бесполезно. Ну у меня вот такая проблема. Вот я больше не верю мужу. И вот так вот поступила. А вообще в вашей семье кто принимает, в общем, как принимаются решения в вашей семье? То есть решение принимает муж. Муж, да? Угу. И он с вами не советуется, не советует. Когда как? Когда советуется, когда нет. Так. Относительно этих денег он не советовался со мною. Так, а эти деньги собрали вы, как он, это его деньги, он нет, заработал? Нет, это деньги, я прочитал, я вам сказал, что родители мои в деревне продали дом и купили, и прислали эти деньги нам, чтобы мы купили двухкомнатную квартиру себе. Понятно. А муж вот разослал эти деньги в качестве рождественских подарков своих миссионерам. Ну, и вы давно собирались машину купить, да, как так написано? Нет, так, машину мы не собирались. Не собирались. Вы, а кто принял решение купить машину? Вы вместе приняли решение такое? Или нет, мы о машине речи нет. И о машине вообще не разговариваем. Мы собирались купить квартиру. Квартиру, да. Понятно. Вы оба собирались или... Или это было ваше личное решение купить квартиру? Квартиру? Да. Ну, так как у нас трое детей, да, дошкольников, нам необходима просто двухкомнатная квартира, тем более мы снимаем квартиру, не наша собственная. Ну, это вы мечтали об этой квартире? Нет, я не мечтал, это реальность, которая необходима в данный момент. Это я четко знаю, это не мечта, а надобность и потребность для здравого человека. Муж ваш видит необходимость? Муж мой зависимый человек, он зависит от церкви, от религии, от своей.
Он, для него главная церковь, а не семья, не трое малолетних детей, которые нуждаются в своем собственном жилье и в удобствах, так как у нас их нет, этих удобств. Вот я поступила так, я не верю своему мужу и считаю, что это, конечно, чувствую, так, что... Стоп, у вас замечательно получилось вещь. Вот если, Дмитрий, вы так будете консультировать, вот интересно, что получается. Вы провоцируете человека, который пришел к вам на консультацию, самому понимать, что решение она приняла правильное. Мужу такому верить нельзя. Она совершенно правильно, эта женщина, себя ведет. Правильно? И чувствую ее совершенно адекватно. Совершенно верно. Я не знаю, вот почему Дмитрий выбрал такой, или правда он не понял ситуации, правда не въехал, понимаете? Но вообще вот такие вот консультации, это называется антиконсультация. Когда консультант берет на себя роль вам дурачка, вы знаете, нет, ну, на самом деле... В кавычках, конечно. И он начинает, да, да вы чего, а врач что это? И человек начинает мягко злиться. Да я по вот тоже не вижу. Я тоже что сказал, да. Я только что сказал. У вас получилось это невольно. Но оно классно, что так получилось. Просто знаете, вот такой прием существует. Так когда, тоже можно. Потому что когда человек приходит, а видите, что ну правильно женщина поступила, но она совершенно адекватна. Она к вам пришла, просто ее все обсуждают, ее все затюкали. Что она не духовная, что она неправильно ведет себя, надо все деньги мужу отдавать. Понимаете, все. И он говорит, да, а что, зачем вам нужна квартира? Вы же машину хотели. Тут она, понимаете, Андрей показал, как нормальный человек начнет реагировать. Я не знаю, вас... А нормальный человек говорит, да это реальность, это нам надо. Как этого не видят вообще смотрите, все? Смотрите, каким образом у Андрея, который играет эту роль, жесткость в голосе. Я права. Но на самом деле, это, женщина в такой ситуации права, правильно? Вот запомните эту консультацию. Иногда она очень хорошо помогает. Это правда, это так. В данном случае он стоит, он сам этот курс посещает, он знает, что в этом данном случае делать. А если придет действительно такая затурканная женщина, а вы знаете, что... Вот такой вот то, что сейчас... Один в один получится. Один в один получится. Вот такой консультант, такую затурканную выйдет один в один. Вот, если вы начнете себя вот так вести, вы знаете, это очень хорошо иногда помогает. Вот Дмитрий конкретно показал. Я говорю, у вас это получилось непроизвольно. Вот у меня Миша очень любит такие подходы, знаете. Вот он очень любит. К нему приходит домой и говорит, да. Да вы что? Там сказать? Как вас зовут? Еще раз. У вас пятеро детей? Двое. А, ну да, я вас перепутал. И вот чувствуешь, человек начинает понемножку злиться. Понимаете? Вот. Нет, ну я специально его не злю, конечно. Нет, ведь, но нет. Такие провоцирующие вопросы сюда. Там говорит, вот там, специально, я страдаю. Специально. А, ну ведь на самом деле, Господь ведь хочет, чтобы мы страдали. Он же сидит там на небе и наслаждается. Вот когда с верующим. Пострадайте. Что вы такое говорите? Нет, ну а как вы думаете? Зачем ваша ситуация в жизни? И когда вот человек начинает размышлять... Он начинает сам себе объяснять, почему это сложилось в его жизни. И по большому счету эта женщина пришла вот к нам на консультацию. Конечно, все время вот в этой позиции стоять нельзя, к такой вот антиконсультации, да? Но иногда можно. Потом сказать, вот видите, вы же сами понимаете, вы правы. Вы видите, вы сами понимаете, ситуация кризисная, что ваш сын ведет себя как, ваш муж ведет себя как ребенок. Вполне возможно, что он по-прежнему играет роль шута, роль вот этого талисманчика, который, но он не готов еще брать на себя ответственность. Ну да, вот. Поэтому вы правы, что собираетесь защитить себя, своих детей, и, в частности, и теперь деньги вы кладете на свой счет, на свой то, что счет. Вы это лучше распорядитесь, чем ребенок. Потому что он еще не умеет это делать. Но просто важно, чтобы вы мужу донесли до его сведения, что это вы делаете не потому, что вы хотите его поставить на место, а потому что вы дорожите своей семьей им, и вы надеетесь, что в конце концов он тоже начнет... Вместе начнете взрослеть. Начнете вместе взрослеть. Вот. Только чуть-чуть подкорректировать. Правильные, просто надо их в правильную форму выразить. То есть да? Обговорить эти все вопросы с мужем наедине, определить какие-то границы, какие-то результаты в данном. Ну и важно, чтобы, да, здесь, знаете, быть совершенно вот серьезным. Дмитрий был совершенно серьезным, задавайте вопрос. Нет, я говорю, Дмитрий, у вас получилось все так, знаете, спонтанно, но получилось, как должно быть. Ему еще очки дать. Вообще замечательно. Так, спасибо. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступно. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Так, давайте здесь Сергей и Александр, пожалуйста. Знаете, ваша ситуация. Сергей Александрович, я один воспитывал... Сначала надо... Читайте. Вы читаете, да? Да, сразу проигрываю. Знаете, Сергей Александрович, я воспитываю сына. Ему 16 лет,
Бросил школу, дома ничего не делает, не работает, каждый день требует денег. Я взял на себя еще одну работу. Его-то одевать надо и накормить надо. Меня не слушает, прикословит. Прикословить ему боюсь. Он пригрозил мне, да и его друзья настроены по-боевому. Как вразумить моего мальчика? Вы действительно хотите ему помочь? Ну, конечно, ты ж мой сын. Вы давно вы в разводе или какая ситуация, что вы получились одна наедине с проблемой? Ну, папа одиночка получается. Папы не было. Ну да, отец бросил его, когда он пацаном был еще совсем. А не могли бы вы мне рассказать, в принципе, как проходило детство, какие детства вашего ребенка и как вы действовали в тех или иных ситуациях, допустим? Ну, я ему заменял отца и мать, и заменял отца, и все. То есть выполнялись все его требования, которые он предъявлял в тот или иной момент? Ну, в принципе, да, можно так сказать. Вы все силы отдали на его воспитание? Да, это да. И вы готовы впредь это делать? Ну, я не знаю, я хочу сына моего, чтобы сын вразумился. Я не знаю, я к вам за советом пришел. Что вы посоветуете, как мне дальше поступать? То ли потакать ему, то ли не потакать? А вы в данной конкретной ситуации, вы о себе когда-нибудь думали? Что вы тоже живой человек, что вы имеете право на жизнь? Ну, как я могу о себе думать, если он мое будущее? Так будущее бывает, простите, разным. Это будущее может быть хорошим светом, будущее это может развиваться в том направлении, в котором вам совсем не хочется быть, не захочется быть. Ну да. А вот уж он мне грозит. Он же может и исполнить свои угрозы. Как мне в данном случае поступить? Да дело в том, что, на мой взгляд, свои угрозы он выражает только вербальным способом. До действия, я думаю, дело не дойдет, потому что он в любом случае зависит от вас. Вы его кормите, вы его одеваете. В принципе, вы даете какие-то деньги на карманные расходы. Может быть, стоит ограничить вот эти вот денежные вливания, которые вы даете, несмотря ни на что. Даже если с его стороны нет никаких. Ну хорошо, я его ограничу в чем-то. Вот он возьмет и там ударит меня, там, допустим, или что-то со мной сделает. Допустим. Может быть, вербально, а может быть, действительно физически на меня воздействует. Ударит там или еще что-то сделает. Ну, в любом случае, в этом случае вам нельзя оставаться наедине со своим горем. Вам нужно идти к людям. Вот часто пришли ко мне, я советую вам просто, может быть, если в случае угрозы для вашей жизни, может быть, следует обратиться в милицию. А как, его ж посадят? Так, может быть, это для него и лучше. Может быть, он осознает когда-нибудь, что он не прав. Ужас, добрый такой папа, такая мама, да. Так, спасибо. Посадите ребенка, пришел, а мне такой совет. Вообще, вот удивительно, тоже, вот, вы знаете, вот как будто вот... Замечательно. И как будто прям, все было, да. И как будто нашу с собой консультацию реально. Просто повторили, реально. Вот здесь что, вот, и знаете, и там вот консультация вообще удивительно. Вот как вы интуитивно чувствуете, как здесь делать? Либо действительно, знаете, вот... Где-то нужно подыграть человеку, ну вот как там получилось, чтобы женщина сама поняла. Если мы видим, что человек пришел, и он правильно поступает, просто его надо в этом утвердить, в его правильности, чуть-чуть подкорректировать, одна позиция. А здесь, видите, непробиваемая мама, непробиваемый папа в данном случае. И что замечательно было, что Сергей, ну, очень редко давал ответы какие-то на вопросы. Обратите внимание. Вот, Александр, а вот, ну смотрите, ну вот, а вот тут как, а вот это что? Сейчас еще вопросик. Обратите внимание, Сергей его выводил вопросами, и Александр выводил сам, от того, что Александр сам... Да, размышлять начал. Вот это замечательный вот ход. Вот замечательный ход, действительно, чтобы человек начал сам размышлять. Да? Вот, и, как правило, вот такие вот мама, папа, они очень... Такая стена стоит. Если уж здесь стояла стена, и то она только начала пробиваться после того, как было сказано. Но, может быть, это все не так и страшно? А там мы видим, все очень страшно. И там, наоборот, человек нагнетает обстановку, если, скажем, мама одна или папа инвалид. Там действительно очень серьезная ситуация с такими детишками. Потому что такое может свою компанию привлечь, да, чтобы там с хлебом будешь домой возвращаться, подростки где-нибудь подворотни встретят. Подворотни встретят, да, и потом... Это действительно это реальная ситуация, что делать. И вот тут действительно, выводим на милицию.
То есть в данном случае мы понимаем, что тут уже один человек не справляется. И правильно мы сказали, вам нужны люди, вам нужна помощь, вот вы пришли ко мне, давайте подумаем еще, кого можно привлечь, чтобы вам помогли в этой ситуации с неуправляемым ребенком, но пока вы не спасете себя, вы не поможете ребенку. Да? То есть постепенно Сергей как-то вывел в это понимание. Спасибо но... большое. Замечательно за консультацию. Так, теперь у нас четвертая ситуация у Людмилы и у Руслана, пожалуйста. Мой муж как обидится на меня, так сразу я ухожу ночевать в гараж. Я его упрашиваю, умаливаю, уговариваю, иду на постоянную... Ну, чувствую, что он стал этим гаражом злоупотреблять. Я хочу быть хорошей женой, но сил уже нет. Готова вот-вот сорваться. И часто ли с вами это бывает, то, что вы уходите в гараж? Нет. Нет. Я не могу просто. Нет, нормально, давай, давай, давайте, пробуйте. Пробуйте. Ну, давайте, нет. Мы поменяемся ролями. Давайте, хорошо. Скажи, пожалуйста, как часто это бывает? Что муж покидает тебя? Довольно часто. Довольно часто. Довольно часто. Ты много размышляешь над этим вопросом? Ну да, я думаю... Ну пусть жена уходит в гараж, в конце концов. Да. Если... Я думаю, как бы, почему я ухожу в гараж, потому что в едине как бы больше как думается там. Скажи, ты заметила в себе какие-то отрицательные поступки, которые бы могли спровоцировать вот этот уход? Как? В гараж. Ну, тихо. Я не могу. Прыгайте. Да, я не могу. Не получается. Так, ну ладно, давайте поиграем все вместе. Значит, вот такая вот женщина. Давайте, она пришла к нам на группу. Таких, кстати, тоже вещи бывают. Вот она рассказывает еще раз. Значит, муж, как только обидится, сразу в гараж. Ночевать в гараж. Она ползает перед ним на колени, упрашивает, умоляет. А в конце концов он не уходит в гараж. А вот она говорит, что уже надоело. Столько лет, и все, он гаражом этим, значит, ее... Теребит. Теребит, его упрекает. Терроризирует. Итак. Сломали гараж. Так что? Сломать гараж. Сломать. Продать, продать. Так, сломай гараж, продай гараж. Еще что можем в группе сказать? Сказать, иди. Иди. В гараж. Особенно, когда мороз посильнее, идти в гараж. Можно даже предложить, вот морозец. Так. Да. А у нас должна быть компетентность и милосердие. Иди в морозец, в гараж, это компетентность сработала. Так он же сам хочет. А что ты там в гараже в этом нашел? А так? Короче, ты меня здесь обидел. Или там обидел, да? Вот. А там я себя чувствую нормальным человеком. Ну я тебя даже чувствую одеяло. Скажи, в чем я тебя обидел? В чем, да. Зачем? Да вот только сейчас ситуация была. Накричал, смотрел не так, все. Я вообще, мужчина или не мужчина, как ты вообще смотришь? Ну хорошо, если я накричал, допустим, а ты считаешь, я не прав, да? Или я неправильно накричал? Ну конечно. Давай разберемся. Нужно разберемся. Разговаривать, а не избегать. А может быть, наоборот предложить? А что разговаривать? Я тебе сколько раз говорил, ты смотри на меня таким тоном. Я говорю, может быть, иногда вот в некоторых ситуациях предложить наоборот ему пойти в гараж. Да. Вот в таких вот. Любимый, хочешь идти в гараж? Иди, вот тебе подушечка. Да, ну это... А что я тогда пойду? Там холодно. Я погревать. А валим. Ты сразу реакция противоположная сразу. Да, тут надо что-то противоположное. Вот, знаете, вот в этой ситуации конкретно с той женщиной, там именно это сработало. То есть мы задали вопрос, мы говорим, скажи, пожалуйста, а почему ты его не пускаешь в гараж? Там холодно, она, там... Там же холодно, там я же его люблю. Понимаете, женщина такая скажет, я же его люблю. Ну, можно дать ему валенки, можно дать ему одеяло. Теплое одеяло. Не, ну как, представляешь, я буду здесь, он там... А, то есть тебя пугает то, что ты остаешься тебе одна в спальне, плохо, тебе плохо, да. Ну, значит, так ему скажи, любимый, мне так плохо, если ты уйдешь в гараж. Не такой, чтобы ты остался со мной. Но я уважаю твое решение, если ты решил идти в гараж, уходи. Но я хочу, чтобы ты знал, что мне от этого плохо, и я буду тебя ждать, может, вернешься. Ну, на всякий случай, возьми подушечку одеяла. Вернется. И он, естественно, не пошел. Не вернулся. Но здесь важно показать не только компетентность, что иди, я тоже личность, мой но принятие. И любовь. Вот возьми одеялку, но я тебя жду и надеюсь, что ты вернешься, там холодно. Знаете, сразу же, чух, две вещи срабатывают, компетентность и любовь. Вот, вот как важно, да, вот эти вещи, вот, как-то прослеживать себя. То есть отпустить его в гараж и в то же время... Отпустить. Позаботиться о нем. И в то же время... Поставить путь к возвращению. Да. Возможно, да.
И если даже он не захочет возвращаться... То есть показать выход из этой ситуации. И в то же время показать, что я тебя люблю, принимаю таким, какой ты есть. Решил тебе в гараж, ну что же, я уважаю твое решение. Вот есть более лучший вариант. И тот муж не пошел в гараж. Более того, он где-то через 2 дня позвонил нам и говорит, ты что ли? Мне говорит, ты что ли, Надежда, такой придумал с гаражом? Я говорю, почему я? Нет, мы с женой твоей дома. Не, классно придумал, я еще дурак, что ли, гараж. Ну, вообще его реакция была совершенно замечательная. Вот. Ну, оно действительно срабатывает. Как только человек перестает быть созависимым от того же самого гаража, меняются какие-то вещи вокруг него, по крупице понемножку они меняются. А и вот, если начинать разбираться, допустим, вот ты мне что-то нагрубил там или что, вот как мы начали, как я начал, вот, давай разберемся, это в этом. Это только усугубляет. Усугубляет, да. Потому что я всегда найду, в чем обвинить человека. Да, не так посмотрел, не так встало. Я тут зашел, а ты меня не поцеловала, да? Пошел в гараж. А я тут пошел в гараж, а ты даже не смотришь на меня. Чего стоишь, да. Понятно. Большие разборки у маленьких. То есть разборки они всегда усугубляют. То есть отдать контроль человеку. Хочешь идти в гараж? Ну. Твой выбор. Твой выбор. Я, конечно, не понимаю, что ты туда пошел. Что там хорошего ты нашел? Ну, я уважаю твое решение, ты знаешь, что я тебя люблю. Ну, вот, понимаете, компетентность плюс милосердие. Вот насколько нам важно во всем это соблюдать. Ну, мы по-другому. И в жизни тоже, и в отношениях с нашими детьми, с нашими супругами. И самое главное быть свободной личностью.